Это Пинакл? Лорен, Рассел, добро пожаловать в жилье 21-го столетия. А здесь максимальный комфорт и спокойствие. Они искали идеальный дом. У всех квартир есть доступ к круглосуточному наблюдению за всеми ключевыми объектами. Пинакл владеет человек по имени Хеннинг Далквист. Попрошу знакомого навести справки. Посмотрим, что всплывет. Но идеал... На экране промелькнуло слово. Убей ее. Лорен, Рассел считает, что тебе снова нужно в больницу. Что? Если через 4-6 недель не будет результата, увеличим дозу. Имеет свою цену. Я не один из них. Простите. Доставка. Как вы вошли в ворота? Я прошу вас уйти. Это Пинакл? Или я вызову охрану? Не заметила ничего необычного в своей квартире. Чем вызван интерес к этому? Встретила недавно человека, говорившего на эту тему. Что, если кто-то использует дом для эксперимента со скрытой рекламой? Что вы испытываете? Жестокие мелькающие изображения. Убей ее. Это не у меня в голове. Часть вас никому не затронуть. Прислушайтесь к ней. Вы не параноик. Кому вы доверяете? Кристина Ричи. Джон Кьюсак. Вы функционируете на чистоте за пределами их технологий. Это происходит, и вы поможете мне все доказать. Что это такое? Слишком мало лекарств одолеет болезнь. Слишком много они. Привет, Лорен. Не бойся лжи. Уходите. Что? Бегите! Бойся, браты! Ты осознаешь, что сделала? Я сделала то, что от меня хотели. Контроль.